Double kill. Triple kill. Всем привет! В этом видео покажу, как настроить BlueStacks 4, вот эту версию для новичков, пацаны. Ну пока, ну погнали, заходим вот сюда и вот мои настройки: 78, 53, 52, 89. И вы можете остановить и делать вот копировать вот это все. И вот это, ну если вы не можете играть, можете это 5 или 4 делать. Корректировка это 16450, ускорение мыши true, вот это чувствительность геймпада 1. И пацаны, ну это ничего не делает. Вот можете увидеть и сохраняем. Давайте заходим в настройки. Вот покажу вам, если у вас 4 ядра, то ставим 2, если у вас 6 или больше, ставим 3. А это выбрать другую. Это производительность, графический рендеринг, OpenGL, настройки, использовать вот этот, вот отключено, и ну вот этот, активировать высокую частоту кадров, и 240 надо делать, и 1920 вот этот. И еще DPI 320. И параметры вот закрыть веб-сайты вот так, но это не надо. Ну это важное, что движок и экран важные, пацаны, другие не важные. И игровые настройки, вот чувствительность мыши. А теперь заходим в управление, настройки. А теперь вот видим 20 и 78. Это делаем 11 и 10. Вот. И прицел, ну, 40. Вот стенку чуть-чуть вот сюда, и стенку вообще 50 и 30. Ну, если хотите быстро делать эмоцию, вот так поставьте. Этот убираем, и этот убираем, и этот. Теперь, пацаны, вот алог Е на Е поставил. И теперь выходим. Зайдем в тренировку. Ну, если вы не верите, вот я вам покажу игру. Я просто буду играть. Вот, пацаны, мы зашли на игру. Теперь берем двустволку и степной орел, глушитель. Вот так, и сейчас покажу. Сейчас, пацаны, ну это надо вот 25, где 25, нет, это 25 и это 20. Все, сейчас надо лететь, пацаны, вот летит, как вы видите, это хорошая настройка.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если хотите настройки на телефон, или пишите настройки, пишите мне, что снимать. Напишите в комментариях, пацаны, что мне снимать вообще-то. Давайте погнали в тренировку. Живых тоже попробуем. Сейчас, я настройки забыл. Вот эти тоже, пацаны, обзор, дисплей, стандартно, свежесть, все. Ну вот так делаем. А этот одной рукой. Это реально хорошо, классический. Все, вот так. Пацаны, теперь. Подпишитесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилась моя настройка. Всем удачи, всем пока-пока.